хорош. Ура! Это наша первая работа! Класс! Я же в ней так нуждаюсь! Да, я думала, вы будете немного помладше, но ничего. Это родители, глупышка! А, точно! Боже, я балда! Привет! Мы тут увидели флаер на улице. Ой, ты как всегда, муженек. Вы две няньки? Да, то есть, секундочку. Софи, ты чего это? Есть! Ви, это наши первые клиенты! Главное, быть крутыми, а не показаться новичками. А ничего, что эти клиенты стоят прямо у тебя за спиной? Так вы посидите с нашими детьми или нет? Да, когда? Сегодня! Есть! Юху! Ура! Так, Виолетта, спокойно. Я стараюсь сохранять спокойствие. Мы же не новички. Тогда знакомьтесь! Привет! Это наши детишки. Элис? Очень приятно. А это Джон. Здрасте. Привет, я Софи, а это Ви. Я-то что злая? Ну ладно, нам уже пора на работу. Удачи вам. Давай, иди. Ура! Наконец-то мы отдохнем от них, любимый. Оставить этих монстров няням была наша лучшая идея. Бежим, пока они не вернули нам их обратно. Ну, чем займемся? Да чем угодно. А какие у нас варианты? Мы можем приготовить что-то вкусненькое. А вы можете постирать наши вещи. Можем поиграть. И потереть мне ноги. Отстойная вечеринка. Ха! Как мы до этого докатились? Сейчас расскажу. О, как же мне ножки затекли. Нужно срочно вызвать массажиста. Эх, хорошо, что у тебя есть на все это деньги. Это да. Было бы еще кому заплатить, чтобы убрали весь этот творческий беспорядок. Эх, вот бы мне быть такой богатой, как ты. Ищи работу, детка. А что я умею? Разве что с младшей сестренкой сидеть. Ну вот. Ви, мне родители за это деньги не платят. Стань нянькой, денег заработаешь. Точно, давай вместе. А мне это зачем? У меня же полно денег. Ну ты можешь заставить детей поубирать здесь, например. А это уже мне интересно. Они могут тебе массаж сделать. А вот это мне уже нравится. Ну, точнее, мне это тогда нравилось. Ох, и зачем я только на это согласилась? Как это зачем? Чтобы я деньги заработала. Ох, лучше бы я просто так тебе их дала. А что, так можно было? Эх, какая разница? Все равно маленькие монстры уже здесь. Не переживай, Виолетик. Я знаю, что с ними делать. Пиу-пиу! Всем привет, ребятишки! Пиу-пиу-пиу! Я, конечно, не критикую, но вряд ли ты этим удивишь детей. А что здесь такого? Я когда маленькая была, чуть не отписалась, когда увидела клоуна. От страха? От счастья! Он мне еще фокусы показывал. Еще скажи, что ты фокусы умеешь делать. А то... Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, где мой палец? Да, Софи, эти фокусы...
фокусом ты точно детей поразишь. Да-да, я знаю. Тути-тути-тути. Хоби-дину-дини-дини-дини. Ача-ача. Ужас. Алло, я хочу заказать аниматора. Монстров, подружка. Ну ничего, ничего. Я еще что-то придумаю. О, детишки. Монстришки, вы чего прискакали сюда? Нам надоел Микки Маус. Мы хотим играть в театр. О, нет, это точно без меня. Театр! 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 Мы должны как-то это все прекратить. Театр мы хотим. Мы хотим играть в театр. Ладно, ладно. Ура! Только я беру одного на себя. Точнее, одну. Ура! Тогда мы с Джоном подготовим хорошенько костюм. Ну что, моя головная боль? С чего начнем? Я хочу быть принцессой. Ладно, тебе сегодня повезло. Тетя Виолетта бывает и доброй. Ну, ты переоделся, малыш? Выходи! Няня Софья, я какой-то картонный принц получился. Так и надо было. Да ты не переживай. У тебя даже свой конь есть. И какая? А может, не надо? Запрыгивай! Игга! 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 Как же хорошо, что любую проблему можно решить с помощью денег. Ох, какая красота! Вам нравится, мисс Элис? Хочу еще больше блесточек. Будет сделана принцесса! Игга! Игга! Мама мия, я даже не знаю, кого из вас мне больше жаль. Джон, крутой костюм, а замок у тебя что, тоже картонный? Няня Софи, я же говорила, что никому не понравится. Ну и зря. Игга! Игга! Ну класс, было два ребенка, стало три. Не работа, а мечта. Няня Виолетта, покатаешь меня? Няня Виолетта, а правда, что змеи кусаются? Ага, так и я. Вы, няня Виолетта, добрая? Чего это? Ну, потому что вы нам мороженое покупаете. Софи, что ты там делаешь? Мне приходится с ними разговаривать. Я делаю сиплетип-лип. Чего? Не может быть! Simple Dimple? Точно, его я и делала! Ловите, детишки! Чего это? Так он же даже не лопается! Этот Simple Dimple не настоящий! Такой же, как и моя корона! Ха! Софи, ты бы им еще пленку с пупырышками дала! А как ты узнала? О, нет. Не желаете приобрести игрушек для этих милых детишек? А где вы здесь увидели милых детишек? Эх, вот бы у меня были деньги. Попи! 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 Купи! 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 Хочу! 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 Ладно, мне на все. Ура!
счастье, Софи. Ну, сейчас займемся. Я спать пойду, а ты не знаю. Кушать, кушать, кушать! О, нет, только не это. Детишки, может вы еще поиграете новыми игрушками? Кушать! Мы хотим кушать! Софи, предлагаю их разделить. От этих таракашек тогда будет меньше шума. Я возьму Элис. Значит так, идешь на кухню, берешь бутерброды и ешь их, сколько влезет. Кушать! 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 Это что еще такое? Пойдем со мной кушать! Софи! Пил, пил, пил. Итак, Элис, выбирай, Мирина с грибами или с куркой. А еще что? А еще мы ее можем запарить. А как вкуснее? Конечно, с сухой. Ну, долго еще? У меня уже живот урчит. А у меня от тебя голова болит. Я же не жалуюсь. Ваш заказ готов. Ну, неужели? На здоровье, Джин. Какой Джин? Я Джон. Вот же противный. Ну как тебе, вкусно? Очень, это лучшая еда в мире. На здоровье, няня Софи плохому не научит. Кушать! Кушать! Ох, надеюсь, это сон. Да какое кушать? Ты только что съел целую порцию. Хочу суши и конфет хочу. Ах, ну за что мне все это? Это на кофточку. Это на тортик. Софи, как думаешь, какое платье лучше, это или это? Ого, наверное, то, где больше денег. Стоп, а ты же должна была с детьми сидеть. Ой, да все с ними хорошо. Они сказали, что в Нарнию отправляются. Чего? В какую еще Нарнию? А я откуда знаю? Виолетта, блин! Ну что сразу Виолетта? Дети, дети, вы где? Че, они пропали, что ли? Ви, если мы их не найдем, нам деньги никто не заплатит. То есть это сейчас твоя самая большая проблема? Твою ж бабушкину, прабабушкину мать! Чуть сердце не вылетело! Вот же таракашки маленькие! А вы нас покормите? Да, конечно, мы вас покормим! А что у нас на ужин? Ну, мы можем... Конфеты есть? Нет. Виолетта, а почему у тебя татуировка? А у тебя есть морская свинка? А? А вы знаете, кто такие телепузики? Нет! Почему вы там закрылись? Вы гуглите для нас ответы на вопросы? На какие вы вопросы ищете ответы? Как прикусывать языки разговорчивым детишкам? Самая крутая няня в деле. А у меня есть Тетрис, держите. Тут очень классные игры. Няня, Софи, так это же прошлый век. Отстой. Прошлый век. Отлично, только третьего ребенка мне тут не хватало. Забирайте мой айфон и валите отсюда. Ура! Набираем. Вот и на вынос, слушаю вас. А у вас большие бочки. Не знаю, вроде большие. Это
значит, разыгрываете людей по телефону, да? Да. И без меня? Место! Я мастер телефонных шуток. Ну тогда набирайте номер наугад, мастер. Посмотрим, что вы умеете, няня Виолетта. Алло, вы не хотите приобрести пару квадратных колес? Они быстро крутятся. Называется футрусы. Так, на счет три кричим как можно громче. Раз, два, три. Кому заплати, чтобы они спалили своего дома? Даже если нет! Я открою! Я посмотрю. Я тоже. А как же я? О, наконец-то! Здравствуйте! Мы хотим забрать своих детишек. Это лучшее, что я слышала за сегодняшний день. Я вам еще за это доплачу. Я не хочу домой. Мы не хотим домой. О, как это мило. Ага. Так, все, платите деньги и забирайте своих этих детей домой. А, да, точно, спасибо вам. Дети, за мной. Ты лучшая няня на свете. Эх, чувствую себя особенной. Интересно, чего это? Потому что детишки считают, что я самая лучшая няня на свете. Не хочу тебя расстраивать, но они это сказали мне. Ви, я уверена, что дети смотрели на меня, когда это говорили. Нет! Они смотрели рядышком возле тебя, туда, где стояла я. Но я им сделала Simple Dimple. Но они играли купленным мной поп-итом. Ладно, пора признать, что мы обе классные няни, подружка. Ну да, и мне немного жаль, что я оказалась круче тебя. Ведь я богаче. Слушай, мы так ничего не решим. Давай завтра будем тоже няньками и спросим, кто из нас лучше. Знаешь, нет, я на это больше не поведусь. Ну, пожалуйста, я еще деньги заработаю. На, возьми и просто отстань от меня. Ну ок, тогда лучшая нянька я. Вот блин. Ладно, твоя взяла. Я лучшая нянька? Нет, мне придется провести еще один день с этими существами. Супер, тогда я пошла искать клиентов. Привет, два самых лучших ребенка в мире. Привет! Но вы же с ними еще не знакомы. Это не важно. Детишки, угощайтесь. Я вам пирогов напекла с маком. Ну ладно, дети, веселитесь. Зайду за вами после работы. Пока, пап! Присаживайтесь, детишки. Ну что, как вас зовут? Я Кэти. А я Бен. Вау! У вас самые крутые имена, которые я слышала. А я Софи. Звучит как солнышко, правда? Солнышко. Повторите за мной. Софи. Софи. Молодцы. За это вы получаете медаль из печенья. Ожерелье из печенья для Бена. Спасибо. И для Кэти. Ха! Самая крутая нянька в стане! Пиу-пиу-пиу-пиу! Пиу-пиу! Но тут вообще-то печеньки
улице. А мне это уже нравится. Все за мной! Где бы мне деньги найти, чтобы купить что-то намного круче? Получай! Атака! Держись! Пригнись! Ха-ха! А с этими детишками не так уж и скучно. Получай! На, получай! Эх, что бы такого придумать, чтобы казаться круче? На, получай! Няня Виолетта, с вами так классно! О, соседский мальчишка! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А он красавчик. Эй, иди сюда! Я? Да ты, привет! Ну, привет! Это у вас там такие крутые водные пистолеты, да? Не крутые они, и хватит туда смотреть! В смысле? Я пытаюсь победить в споре. Нужно, чтобы Кэти и ее брат полюбили меня, а не мою сестру. О, круто! Получай! Беги! Прыгай! А ну не смотри туда! Да что? Так, скажи мне, а чего сейчас фанатеют дети? Ну, от поп-итов. Ай, у меня нет на все это денег. О, вспомнил, у нас же сегодня в кафе аниматоры вместо официантов. То есть ты думаешь, что у меня на поп-иты нет денег, а на кафе есть? Да там бесплатная акция. Так бы сразу, почему ты молчал? Держи пирожок. Спасибо. Фух, ну мы и наигрались. Фух, я даже устал немного. Да-да, с нянькой Виолеттой весело. Она крутая, правда? Эй, дети! Кто хочет пообедать в кафе с настоящим человеком-пауком? Я! Тогда собираемся! Не так быстро! Няня Виолетта вам купила скейт и ролики! Вау! Круто! Мы поедем в кафе на роликах! Да, только вот еще непонятно, откуда деньги у кое-кого на это кафе. Это уже не важно. Посмотрим, кто будет самой крутой няней теперь. Ага, посмотрим. Привет! 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 Спасибо! Я знала, что вам здесь понравится, поэтому и привезла вас сюда. А я думала привезти нас сюда. Это была идея няни Софи. О нет, Софи вас хотела отвезти к дантисту, злому дантисту. Фу! Да, не за что. Эй, ты почему со мной не вернулась? А должна была? Ну да. Ты меня заберешь на самокате. Нет, я такого не говорила. Зачем мне тебя забирать? Чтобы я пообедала с вами. Ведь у меня нет денег на автобус. О, держи печеньку. Софи, я думала, ты не любишь детей. Это правда, няня Софи. Мне так грустно. Дети, это все не так. Виолетта, иди-ка сюда. Ну что? Виолетта, ты нечестно играешь. И почему это? Потому что у меня есть деньги. Смотри, там был Человек-паук. Где? Привет, детишки, соскучились? Привет. Весело в кафе, которое позвала вас я. Да! Там нет голого Человека-паука. А можно мне еще печенье? Да, конечно, сейчас принесу. Стой, это он мне сказал. Интересно, где ты деньги возьмешь на эти печеньки, Софи? А вот это было обидно. Правда думаешь, что это детям понравится? Конечно, Твистер любят все. Спасибо, что помогаешь мне.
Кстати, как тебя зовут? Я Джой. А я Софи, нянька Софи. Дети, идите сюда. Вау, твистер! Давайте играть. Интересно, что там происходит? Кэти, правая рука на красной. Есть! А это что еще такое? Мы играем в твистер. Это я вижу. Стоп, а ты кто? Я Джой, ваш сосед. Это мой друг. Да, он классный, теперь это еще и наш друг. Няня Ви, а хочешь с нами поиграть? Я бы поиграла, если твистер был бы настоящий, а не нарисованный. Вот паразитка. Няня Виолетта, а разве наш твистер не настоящий? Няня Софи, вы на что обманываете? Я... Не расстраивайтесь, детишки, у меня есть настоящий твистер. Все за мной! Ура! Ой, Софи, ты же не расстроилась? Нет, мне просто бедность в класс попала. Эх, правая рука на красный, игрок Софи. Бет, правая нога на красный. Не думал, что играть в настоящий твистер так сложно. Няня Виолетта, почему он такой скользкий? Потому что не хотите, не играйте. Мне больше нравятся твистеры Софи и Джои. Побежали к ним! Вот блин, быть лучше няней не так уж и просто. Джой, правая рука на синий. Дети, а может поиграем двойным твистером? Все вместе. Ладно, давайте вместе. Кажется, няня Виолетта не поместится на одном. Вот гадина, а. Ну что, будем играть? Джой! Джой, ты как? Меня здесь не было. Джой, ты хоть можешь встать? Классная игра, мне понравилась. Вот и поиграли. Я открою! Здравствуйте, я по своих детей. Ага. Дети! Привет, пап! Привет, папа! Подождите, мы хотели у вас кое-что спросить. Что, нянечки? Дети, мы хотим узнать, кто ваша любимая нянька? Вы обе? Нет, но если бы пришлось вам выбирать, то кто круче? Долго еще. Няня Софи, твистер был незабываемым. У-ху! Няня Ви, ролики были волшебные. Знаете, вы обе крутые. Вы классная команда. Спасибо, девочки, нам уже пора. Дети... Пока-пока! Да, но кто лучше? Походу, это уже не так уж и важно. Да, потому что я круче. Нет, я лучше. Я конечно, я лучше.